Скромная очередь на канатную дорогу «Стрела». Я помню ту красную. Ну да, вы это видели, вы это не видели. Ну она все равно она была такая немножко диковатая, но она была очень красивая. Ну здесь она сейчас цивилизована, все красиво.
занятий всех посадочными. Высота 2320. Приятного отдыха. Я даже посильнее начал. Самая верхняя остановка. Где вообще нормальный вид? Я когда... А, Миша, нам надо туда идти, на это. Отсюда. Большой круг открывается в 14:45. Отсюда стартуют парапланы. Последнее приготовление. Вот сейчас поедем на открытых. Вон туда вниз. Там где-то парк водопадов есть. Господи, он уже уснул. И вообще спит. Крепко-крепко. Мы про Лису бы фильм посмотрели, да? Он вовремя перед отъездом посмотрели фильм. Егор, тихо. Тихо, сиди. Лады, атакуют. Мам, главное успокоиться. А что, ты волнуешься? Не боишься. А почему ты здесь, когда я вот здесь гораздо спокойнее ощущаю, чем нежели на этом самом? Почему? Потому что здесь ниже, надо уже над землей. Ну как-то не знаю, вот спокойнее как-то. В кабинке хотя бы безопасно. А что в кабинке? Жень, ну по идее везде безопасно. Так можно было стекло просто вот это пустить. Они некоторые со стеклом, что ли? Они у нас со стеклом, конечно, ребята. Мы тоже можем. Она пускает пизда. А это что? О, ключевек. Канализация сверху идет. Местная. Мама, может стекло опустим? Жень, успокойся, сиди спокойно. А вот это горнолыжные трассы, наверное. Мама, опусти меня. Нет, ты сиди спокойно.
Не дергайся. Нет. Нельзя. Нет, ничего нельзя. Егор, ты вниз хочешь, что ли? Сейчас вас шел. Да. Сейчас упадешь, что ли? Нельзя. Здесь. Вот жаль, что тут ремнёв нету безопасности. Нет. Егор, кори, не спасут. Я не вижу. Страшно? Женя, успокойся, пожалуйста. А что грибы такие были делать? Они просто грибы или их делают? Я за Егор подержу. Отпусти. Так, Егор, не дергайся, сиди спокойно. Я не могу тебя отпустить. Нет. Егор, мы тебя держим. Может. Нет, я тебя держу. Плохо помогает. Вообще, Егор. Какая такая, не особо удовольствие получает. Она вообще вниз. Так она потом же еще наверх поедет, да? О, смотри, пап, это какой-то вот специально такой, это как называется он был? Желоб. Желоб, да. Специально такой желоб. Для воды? Да. Так, Егор, чтобы нет. Чтобы вода отравшилась. Не бойся. Дай просто ручку. Красиво, солнышко. Что? А можно вот за эту штуку держу? Какую это? Вот это за вот за страшно. Сейчас с горки вниз. Перекосило так. Ага, и так что-то перекосило. И надо рассосаться по этому. Греются друг под друг. Папам, папам. Вот это хорошее. На Сибири. Мы в Сибирь сейчас уедем. Как в небе это еще страшно. Ну, вниз спускаемся сейчас, да? Да. Там должно быть теплее.
первый водопад. Называется Чан. Надо спускаться по лесенке. После приема пищи в таком уютном домике надо идти дальше. Вон туда куда-то вниз. Вот туда вниз идет вот такая вот извилистая тропочка. Попробуем спуститься. По дороге есть где-то посидеть на бревнышках, на краю обрыва. Нет, ее разрушили. Ну, почти добрались до низа. Вот такой водопад. Ну, попробуем спуститься вниз. Да, я сюда.
вот мы в самом низу. Очень много. Теперь нам надо вон туда на яму забираться. К следующему водопаду идет вот такой вот крутой спуск. Иногда и вот так поднимаются. Вот на спуске нас ждет речка вот такая вот. Туда можно вниз спуститься. А можно вниз спускаться с мостика посмотреть. Везде уютные домики, можно посидеть, покушать. Ну, а альтернативный подъем вот такой вот есть, со ступенечками. Вот еще один водопадик. Смотрится посолиднее. Вон туда подниматься, вот наверх.
Вот оттуда я сейчас снимал водопад. А река течет дальше. Дальше идем круто вверх, половина по основному участку дороги. Вот это, наверное, самый крутой водопад. И самый красивый. Забираясь на горку, не забывайте, что наверху вас могут ждать вот такие плакаты. Остановка запрещена. Так что бежим дальше. Ребят, далеко до следующего водопада?
парк для желающих, водопад Мишкин Гроб. Это святой, надо спускаться. Дальше ждет Айя, Снежная Русла и Златан. 24 километра. Мы пойдем к Мишкиному водопаду. Вот такая элегантная лестница ведет. Да, ноги здесь надо беречь. Сейчас попадаются вот такие ступеньки. Каскадный водопад, Мишкин Грот. Стандартная надпись на переводе. Вот это лесенка. Ограждение со стандартной надписью. Ну и дальше ступеньки, так называемые. Ну слава богу, что дерево здесь продубленное водой видно, крепкое. Единственное, конечно, скажу, что надевайте кроссовки или кеды. Ляга резинового капсула. Не очень удобно. Но можно. Вот это и есть Мишкин Грот. А что там дальше, не подскажете? А вот куда вот встанете, там как будто, как называется, Мишкин Грот, как берлога маленькая. Это вот туда вот поднимается? Вот туда. Была такая небольшая, да, как под медведем. Это за травой там, да? Нет, вот туда вот встанете, и там видно вот. Вот вид открывается. Угу. Вот. Спасибо. Ну, это святое, сходить в Мишкин Грот. Пойду заберусь. Правда, вот по такой дорожке. Не очень удобно. Ну, обувь позволяет, нормально. Иду в Мишкин Грот. Вот такая дорожка в него ведет.
надо перейти через вот такой мосток. Ну, он достаточно крепкий и надежный. Правда, заканчивается не совсем на берегу. О, какая красота! Ну и вверх по лестнице. Видите, одна ступенька уже рухнула. Так что пропускаем. А вот и все. Ну да, реклама есть реклама, двигатель торговли. Мишкин грот оказался просто тупиком. Пытались, видно, что-то вырыть здесь. Но ничего не получилось. Ну, красиво. Вот он водопадик начинается. Вот мостик, через который мы переходили. О, даже грибы растут. Рвать не буду, пускай растут. Точки вот такие красивые. Здесь много. Ну и вечные пауки. Ну вот, Мишкин грот посетил, можно и обратно. Вот здесь вот была тропиночка, но ее порушили солидно. Там уже не пройти. Вот он, наверное, Мишкин грот. Вымыла вода. Ну а теперь в пляжных тапочках начинаем подъем вот на такой склон. Если идти как на лыжах, то нормально, елочкой. И самое главное, правильно дышать. Телефон держу строго вертикально, без всяких искажений. Подъем показывается. Thank you.
такая штука интересная, откуда мы знаем? Конечно, в небо для картины можно было Да я сама уже половину забывала. И знаете, где? Трасса для санок, для горок? Да, да. Это, наверное, надо вам... Сейчас мы увидим сверху. Да? Да. Но там я... А вообще, наверное, больше Олимпийский Олимпиад, где вот мы, Миш, помнишь, мы поднимались с той стороны. Тут же ведь две канатки. На железнодорожном вокзале, железнодорожная станция. Да. Начинается какая она канатная? Газпромовская. Газпром. В общем, там есть другая канатная, которая идет влево. И в основном по поехали. Олимпийским объектам. Я... Тоже там получается, где вот эта вот стрела, или нет? Нет. Где вокзал? Вот Роза Хутор прошли весь. Да. Весь да. Вниз. Вниз туда. Вниз. Да. И там железнодорожный вокзал, где электричка приходит. Далеко. Метров 500. Ну, недалеко. И там в другую сторону. Канатка. Это в эту, а и это там, куда? И там все олимпийские. Там вот и бегают, и лыжероллеры, и вот все, и летом ребят. Даже. Ой, качели какие. Вон тебе качели. Все, зимуем здесь. 16:30. Мы еще такой фильм посмотрели перед отъездом в отпуск. Мы перед отъездом посмотрели фильм. Американский, замерзшие. Американцы. Которые вот поехали на лыжах кататься. Вот на такой штуке. И посередине сломалось. Ночью остановились. Да. В общем, в конце там одна там девчонка живая что? Остается. Что, на воде, да? И мы посмотрели. На воде, да? Будем я с айс. Это же получается, где Олимпийская деревня. Да, вот, да, вот именно там олимпийские объекты. Здесь больше природы. И вот именно такой экскурсионный. А там вот именно олимпийские объекты. И там можно выходить на каждый и походить, да, на каждом этапе. Да, там точно и так посмотреть, же. Там да. Их очень много остановок. У нас вот эти вот, вот, вот нам дали. Это получается карта. Ну, я не знаю, где. Я вообще не... Сейчас мы будем железнодорожный вокзал. Алло, ты что, ты где, блядь, там? Здесь, по-моему, тоже все было. Нет, это, наверное, это карта этого маршрута. Наверное. Это карта этого маршрута. Олимпийская. Нет, вот Олимпия стоит. Олимпия. Да, вот долина, вот, да, это мы. Но... Нет, это подъем, наш подъем. Нет, да, это Олимпия наш. Вот стоит, Олимпия. Ну, это этого маршрута. Это подъем. Этого маршрута. А, поэтому маршрут. Да, а там да. У них один. А это вот смотрите, вот весь проходите, ага. Через, ну, не знаю, через речку, ну, по этой стороне, по другой стороне речки шли, здесь мост, через мост переходите, и вы уже на вокзале. И даже никуда спускаться не надо, там стоянка такая большая на кустах, ни в кого нет. И там касса прям, и там же начинается подъем. Он вот в эту сторону идет. Там вот, очень вот комфортные вот. Такие кассы и все это там. Это все. И там, по-моему, площадки тоже до 7 часов, но надо вам прямо сейчас выйти. Да нет, наверное, не успею. Да сегодня нет, но я думаю, что нет возможности. Это лучше. Мама, закрой нам Чего? Это один есть. Никого не пустил, что с собой. А то до этого с нами стояли, перед нами стояли арабы. И он типа им говорит, что там только с русскими паспортами. Мы тут перебывались, я такая подхожу, а у нас хотели сюда съездить, именно, чтобы посмотреть. Mm-hmm. Я подхожу, говорю, а что, говорю, вообще, говорю, только с русскими паспортами. Говорю, иностранцам нельзя, он стоит, он стоит. Ну, говорит, по вам, говорит, не видно, говорит, по ним-то видно, говорит, езжайте. И вот я сижу, приехали туда, говорю, молчите все. Я просто молчат, да и все. Я почти так 300 метров до конца осталось. Стоит будка, продают там пирожки какие-то, кофе, чай.
и рядом с ними вот этот пограничник. Да? Я под, с пистолетом. Я подхожу, ну что, вам, говорю, показываю. Он, а что, без паспорта? Я говорю, с паспортом. Ну, ты меня, он стоит, чай пьет. Не надо ты мне. А вообще сюда надо ездить до обеда? Двадцать встал поздно. До обеда, а вы распинали. Вы еще хотели, я думаю. До обеда. После обеда здесь рискованно вот в такое. Вон, видите, и там мы один раз попали. Мы попали в такой дубак был, так холодно, и дождик пошел мелкий. Мы вот так вот поднялись, одеваться. Внизу жара. Вот. Да, вот, да. Вот так вот поехали. До ближайшего кафе. А это законная мебель? Ну, да, можно. Сверху. Что сказали? На мебель, что он... Так, мам, уже едем сюда, я говорю, что помолчали. Он мне, ага, и сидит мне по-немецки болтает. Я говорю, я что сказала? А стоп, когда делает обед? Вот уже подъезжаем, здесь холодно. Холодно, да, холодно. Что, закон это? Ой, отдохнем чуть-чуть от жары. Да мы подустали, мы поэтому сегодня поехали, мы устали. На пляже, у меня ноги, меж ноги сгорели. На пляже еще не было. А, вы только приехали? Ну, мы два дня здесь еще. А то перед этим неделя, говорят, всю неделю штормила. Меня подруга писала, говорит, в Сочи поехали, там неплохая погода. Я посмотрела, уже сижу, думаю, ну куда уже, отказываться никак. Да, мы очень удачно приехали, погода сразу. Смотрю, как раз я последний день выезжаю, смотрю, думаю, о, хорошо, вроде бы как бы стояла в интернете, что нормальная погода. Завтра, по понедельник, по-моему, должна быть такая, опять же, дождик. Ну, поедем еще куда-нибудь. Да, мы... Получится, не получится, вопрос другой. Попробуйте, вы так видите, судьба с вами. На этой же поднимались? Нет, на другой. Спортсмен. Площадки, где мы садились, ага. Второй раз проехать мимо. И вот там мы будем Едипарк. Штабция или Едипарк. Не закон. Выбрать номер. Последний участок дороги обратно вниз в Розенхутор. Вот оттуда мы сейчас стоим. Интересно, а по городу до дороги далеко идти? Здесь стекло.
какой тропке? Ну, там тропа. А куда идти? Вот, вот, куда ты? Ну да, ты вниз спустишься, вон она, видишь, виляет между столбов. Ну, далеко. Плохо мы в молодости, мы занимались всякими горами, там, походами, делами всякими, что-то какие-то умные кстати, тяжеловесные. Не за дорогой идет. Молодцы, с маленькими, с грудными. Молодцы люди. Тяжело понять. Молодцы. Идут, поднимаются, не боятся, молодцы. Вон впереди дорога. По которой мы ездили. Да, туда наверх вон наездить. Вон туда вот. Смотри, у тебя телефон какой-то. У меня темно. Надеюсь, еще делаешь так? Лишь темно. Вот так по земле лишь светло. У меня такого нет почему-то. Ну, иногда тоже бывает не. Нет, вот видишь, как солнечно. Сразу ярко. Неосознанно, иногда бывает, он темный почему-то пока где ничего не будет. А тыкать вот резко с ним. Тыкаю, да. И все равно темно. Потом раз, что-то там пищелкивает, он и светло. Тыкает. Ничего себе, орешек,
почти задевает за вагончики уже. Речка шумит, там цари водопадники. Такая дорога ведет вверх от Розы хутора. Все уже пустые. Раньше так изредка одна пустая попадалась кабинка. А теперь уже подряд пустые тут. Все, уже время вышло начинать экскурсию. Последний подъем перед Розахутором. И поехали вниз на Розы хутор. Thank you.
кабинке уже задевают деревья. Красивое зрелище, да? Вот он весь розовый хутор. Всего несколько домиков. Вот до того большого моста, около железнодорожного вокзала. Вот все, что было построено на Олимпиаду. Вон уже автобусная стоянка. Это конец Розы Хутора. Конец нашего маршрута.